Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Вы купили телефон, хороший телефон с хорошей камерой, поставили его на штативе, хотите сделать групповой снимок, но не хотите, чтобы кто-то стоял за кадром, тогда это видео для вас. Берете телефон, ставите его на штатив, затем входите в приложение камера, ну если это групповой снимок, можете включить широкоугольную камеру, чтобы захватило точно всех. Ну, а потом в левом верхнем углу нажимаете на значок такой вот секундомера, я не знаю как это. Нажимаете на него и выбираете, на сколько секунд таймер вы устанавливаете. Например, на 10 секунд, и все уже стоят, да, вы нажимаете на 10 секунд таймера, нажимаете на кнопку камеры и быстренько бежите и подготавливаетесь. Вспышка моргает и дает отчет тоже смотрящим на камеру, когда будет сделан снимок. И снимок делается спустя 10 секунд. Таймер, кстати, отключается таким же быстрым и простым способом, как и включается, нажав на него и нажав выключить. Все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.